Привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео, потратить одну секундочку, не забудьте нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робуксы. Ребята, которые ищут в моих видео коды на робуксы, вступайте в мою группу NSVT, чтобы в дальнейшем не ждать свои робуксы 16 дней. И в этом видео комментарий дня от Happy Robby Minecraft, который вы видите сейчас на экране. И сегодня я для вас подготовила видео с игрой Once World, в которой можно получить бесплатные вещи. Кстати, за это бдительность спасибо Олегу Терекхову. Кстати, вот что у нас здесь есть? То есть мы заходим в бейджик, и вот эти все бейджики, это мы можем получить бесплатные вещи. Вот видите, сколько всего тут разного. И добавилось две новые вещи. Это вот такая вот прикольная панамочка и голубь. Голубь, это он на плечо у нас идет. Кстати, панамочка мне понравилась, она, знаете, как будто бы объемная, какая-то реалистичная. Ну что, давайте заходите в нашу игру, я вам покажу, как получить эти две новые бесплатные вещи. Ну что, ребяточки, мы зашли в нашу игру, и мы можем встать на наш скейтборд и ехать просто по прямой, пока не увидим наш, так сказать, стенд с вещью. Мне очень нравятся игры подобные, очень нравятся подобные игры, где можно кататься там на всяких транспортных средствах, допустим, на скейтборде, хотя это не транспортное средство, но вы поняли меня. Но мне очень нравятся такие игры, особенно за проработку всяких прыжков и так далее. Опа, ой, меня занесло не в ту сторону. Давайте здесь спрыгнем у нас с скейта. И вот что мы видим. Вот это наш стенд, о котором я вам говорила. И здесь что у нас? Сейчас можно получить вот такой вот рюкзачок Ванс. Если вы его не получали, можете получить, но у меня она уже просто есть. И вот видите, написано время, сколько осталось до следующей вещи. И вы, то есть, получаете, то есть... Вот здесь оно место потом, вместо вот этого рюкзачка будет другая какая-то вещь. И так надо мониторить, если вы вообще никакие вещи в этой игре не собирали, то у вас будет, получается, каждый день новая вещь. То есть достаточно круто, достаточно много можно получить бесплатных вещей. Мне кажется, этот, эта игра достойна, в принципе, достойно выдает нам вещи. А если у вас нету только новеньких, это голубя и панамки, то вам надо ждать несколько дней, пока они не появятся. Вот так. Главное не забывать заходить в нашу игру. Ну что, ребятки, вот такое видео у нас получилось. Заходите в эту игру, получайте бесплатные вещи, конечно же. Обязательно получайте все это бесплатно, абсолютно бесплатно, на халяву, чего бы нет. Ну а на этом, к сожалению, оно подошло к концу. Я надеюсь, вам оно понравилось. Но вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. До новых встреч!